Всем привет и добро пожаловать в Парагон. Но на самом деле это не образец. Это конец первого. Я пришлю сюда небольшой ключ раннего доступа. И я очень рад попробовать эту игру, потому что мне понравился Парагон при запуске. Прошло уже много времени с тех пор, как это вышло. А потом, когда они уйдут, я уйду. Да, они вроде как многое изменили. И им это начинает нравиться меньше, и все такое. Но сегодня мы узнаем, будет ли эта игра больной или нет. Итак, без дальнейших церемоний, давайте начнем. Хорошо. Это действительно было давно. Иисус. Итак, у нас тоже есть стартовые товары. Хорошо, хорошо. Я не собираюсь разбираться во всем этом прямо сейчас. Так что, похоже, это больше похоже на утечку информации. Давайте просто купим все, что там написано. Порекомендовал ключевые предметы вне боя. Мы такие. Затем мы нажимаем вот это. Мы получаем здесь маленькую штуку, режим спринта. А потом, когда на вас нападают в этом, вы действительно укореняетесь. Так что хорошо бы выйти из этого, прежде чем вас схватят или что-нибудь в этом роде. У нас здесь есть наша обычная маленькая штучка. Щелкните правой кнопкой мыши. Это то, что у нас здесь есть. Мы получили это. Да, они сохранили это. Итак, я помню это. Я не так хорошо помню всех персонажей, но я помню большинство. И мы еще немного поиграем в больничку. Но прямо сейчас мы должны это сделать. Так что подождите, основной бой. Эй, ребята, пристрелите их. Хорошо. Однако у нас так много повреждений. Так оно и есть. Это очень, знаете ли, быстрый темп. В том-то и дело. Это так круто. Культура. Это просто не его имя. Так что да, название, похоже, было изменено. О, они действительно изменили имена людей. Да, это было неистовство. Теперь его зовут Терек. Так что да, у нас нет всех персонажей, которые вышли, когда вышел сам образец. Я точно знаю, что этого парня зовут не Скотт. Итак, у нас есть воин, танк, убийца, заклинатель, рейнджер. А теперь поддержка сундука, потому что думаю, у меня есть 200 миллионов. О, мы богаты. Давайте откроем десятую. Эй, вы получаете 10 шкур. О, у нас есть фиолетовый. Однако, когда мне действительно нравится система, мы начинаем. Ах, если вы это сделаете, потому что вы получите больше денег обратно. Это мило. Странно, что это тот же маршрут, что и этот. Типа, это так круто. Так что я не знаю. Я не думаю, что смогу сейчас нормально поиграть, так как игра на самом деле еще не вышла. А еще сейчас 5 утра. И давайте немного поиграем. Кайла, давайте посмотрим, помню ли я все еще. У нас здесь приказ. У нас есть правая нога. Это бросок ножа. Я, вы тоже это помните. У нас есть стелс. У нас есть кое-что. Подождите, а раньше такое было. У вас был тире. Так что да, ничего такого не было. Подождите, так что насчет альтмана. О, хорошо, это другое дело. Так они и есть. Итак, если вы не знали, у этого персонажа был глобальный низкий ключ альт, что в основном означало, что я мог телепортироваться и атаковать любого на карте. Это было совсем другое, так что я действительно рад, что они это удалили. Но все равно забавно. Итак, мы тоже вышли из скрытого удара. Да, но теперь у нее действительно есть такие ворота. Какого хрена? Она нравится мне больше, чем раньше. Хорошо, я просто быстро просматриваю систему предметов здесь. Итак, у нас есть стартовые камни. Вещи. Это просто звездные предметы, которые того стоят. Тогда у нас есть обычные предметы, которые очень дешевы, и один или два стандартных, которые нам нужно модернизировать и превратить в более крупные предметы. Так что в значительной степени то, что мы хотим сделать, это, вероятно, просто убить начальный лед и сделать то, что они есть, а затем начать строить к чему угодно. О, вы действительно можете обновить свой стартовый лед. О, игра. Что? Больной парень. Могу я убить этого парня? Эй, вы, кто в этом тоже участвует? Хорошо, давайте выйдем. Хорошо. Я сделал игру в лобовые удары. Хорошо, слава богу, вы мертвая задница. Что я хочу сделать? Я даже не знаю, что я хочу делать. Так что вау, круто. Хорошо, кого я хочу сыграть. Мне нужно быть на сольной полосе, так что давайте попробуем Хан или Тао. Я понятия не имею, что кто-то делает теперь, когда все изменилось. Но как мне сменить кожу? Это самая важная часть. Проблема, которая у меня есть, заключается в том, что я не знаю, как менять скины. А это полный отстой. Что? Я не выбирал этого парня снова. Мы уходим. О, мы сделали это. Что за? Кожа укуна. Черт возьми. Давайте попробуем вот это. Это круто. Забытый страж. Хорошо, итак, мы начнем с того, что там написано. Потому что я понятия не имею, что еще можно взять. Однако я не хочу присуждать награду. Нет, я не хочу награждать. Я только что продал его. Я его не вернул. Теперь я потерял деньги. Итак, вначале у нас есть трамплины, так что у нас есть автомобили. Довольно медленно, но круто. Так странно сейчас возвращаться сюда. Святой. О, он пощечина. Мне, наверное, не следовало начинать пробовать это. Это щит и щелчок правой кнопкой мыши, это то, что я должен выяснить. Это похоже на удар из портала. О боже, это так странно. Такое чувство, что я даже никогда не поднимался, но это было давно. Подождите, что? Какой в этом прок? Активный короткий телепорт В. О, так в салатах есть вещи вместо реликвий. И вы также можете использовать фиолетовую траву, чтобы спрятаться. Чувак, я так рад сыграть в это со мной и острым чуваком, показать и все такое. Хорошо, значит, они тоже будут тупыми. Давайте
вместе попробуем эту способность здесь. О, вы согласны с этим? Хорошо. Тем не менее, у меня есть много идей о том, как нанести здесь большой урон. Нам просто нужно получить последние хиты. Довольно просто получить последние хиты. И как это кажется, когда он опускается в другом цвете? Щит. О, я собираюсь убить. Это самый лучший день в моей жизни. Оу. О, у нас все хорошо. О, мы выравниваемся. Мы выравниваемся. Я понял. В этой игре все так приятно. Единственная проблема снова будет заключаться в этой небольшой пыли, которую я чувствую здесь и там. Это один из тех классических автомобилей из-за самого двигателя. Хорошо, давайте попрошайничать здесь в кустах. Контролируйте и нажимайте, что хотите, для обновления. Я думаю, вы были бы лучшим. Я собираюсь сделать этот скоростной бум атаки. Эй, ребята, я убью вас, потому что это смешно. Да, я помню, что мне тоже очень понравилось играть в джунглях, потому что это просто весело. Вы должны любить с этого уровня. Я думаю, наш ножевой удар. Хорошо, поехали. Бомба, 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 бомба. Убийство урода. Спасибо. Но вы же мое полотенце. Иисус Христос. Вас очень много, ребята. О, это хорошо. Я умираю за себя. Это больно. Да, мне действительно нравится этот парень. Такое ощущение, что все они в некотором роде воплощение персонажа. Вы знаете, у них много чего есть для них. Ничего такого, что не было бы полезным, и это то, чего можно ожидать от игры, в которой не так много персонажей. Определенно вам не нужен персонаж, который ощущается как по сравнению с остальными. Кроме того, теперь у нас есть наш альт. О, этот парень как будто легкий, так что мы тоже можем вернуться сюда. Я... Это похоже на телепортацию на другую сторону. Это так. Я собираюсь добраться до того места, где я беру полотенце. А затем я собираюсь обойти и набрать. Эй, ребята, это немного ясно, чувак. Иисус, вам это нравится. Дайте ему пощечину. Я даже не знаю, какой у меня старый, но после него. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть. О боже мой. Самая большая пощечина этому парню — надрать ему задницу. Он был поврежден, но мы просто взяли красный. Это имеет смысл, хотя мы попали в нужное место. Эй, вы! Бомба, бомба, бомба. Мне тоже больно, хотя... Я собираюсь открыть это на всякий случай. О, да ладно вам. О, даже близко нет. Кроме того, у меня достаточно денег, чтобы купить один из них, так что давайте возьмем тот, что с этим. Давайте начнем разбираться с этим. Вначале очень много игрового процесса. Это будет похоже на знание того, куда идти, и какой баф принимает все это для поддержания ваших людей и здоровья. Идите. Мне уже очень понравилось отменять в этой игре. Очень приятно. Я бы тоже хотел использовать систему спринт вне дома. Но вместо того, чтобы получить удар и все такое. И еще у нас здесь еще есть немного жизни, так что нам придется взять это, не причинив слишком большого ущерба. Иду за этим. Кайла есть? Эй, парень, вы сейчас умрете. Бомж, бомж, конечно, накричал на меня. Убирайтесь отсюда к черту. О, подождите, на моей собственной полосе. Я забыл. Что вы, ребята, ничего не имеете против меня. Мне тоже очень нравится, как чувствует себя этот парень. Однако в этом-то и проблема. Теперь все будут чувствовать себя хорошо. Я вроде как ожидал увидеть копию Парагона, но все по-другому. На самом деле это кажется другим. Более впечатляюще и трогательно. Еще раз повторяю, ему нужно какое-то качество жизни, и это исправляет ситуацию. О, хорошо, вы маленький ублюдок. Я здесь. Эй, вы бездельник, бездельник. У этого парня большой счет. Мне тоже купить лед. Так и есть. О, но я же. О, это отвратительно. Хорошо, давайте уберем отсюда это полотенце. Вот так мы и поступили. Это действительно делает меня счастливым. Так весело. Давайте попробуем снизить настройки США до самого низкого уровня. Давайте посмотрим, нет ли заикания. Нет, это не так. Это буквально еще большее заикание. Вот что я имею в виду. Вы, вероятно, тоже можете сказать об этом на видео, но это немного. Но это уже кое-что. Давайте попробуем шкаф. 120. Сейчас. Вместо этого мы остановились на 120. Давайте посмотрим, не туповато ли это место. Бомба, 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 бомба. О, давайте станем большими. У нас есть с собой немного денег. Возьмите первый. У вас есть ручка и бомж со скоростью атаки, полностью смешанные. И я получил это. Я думаю, мне это нужно. О, какой ущерб. Сейчас так высоко. Иисус. Хорошо, давайте возьмем эту штуку. На данный момент я чувствую, что могу солировать практически во всем. Что делает эта штука? У меня активный ИС. О, видите это? Это постоянное увеличение чего-то. Это проходит буквально мгновенно. Давайте возьмем еще один батончик. Я возьму этого парня один. Он выглядит таким крутым. Хотя я не знаю, смогу ли я это сделать. Я выйду. Да? Бегите, 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 бегите. Это очень больно. Сейчас у нас есть несколько хороших жизней. Святой друг. О, подождите. Он владеет. Я не могу туда подняться. Подождите, можно мне? Да, это то, что мне нравится. Вы вышли как трое, на всякий случай, если я не хочу умирать. Да, хотя этот парень действительно кажется сумасшедшим. Но я сказал это и с другим персонажем тоже. У них у всех так много всего. О, подождите. Он исполняется в 5 часов на холме внизу. Что за? У меня есть моя большая пятерка. Мы размахнулись и получили щит для себя. И у меня появилась способность буквально моргать. Я здесь, чтобы убить вас, ребята. На самом деле, я просто собираюсь. Оу. Оу. О, бум. Вы замедляетесь, не так ли? Это верно. Моя скорость атаки и жизнь все еще больны. Я убиваю
набиваю задницы, и я горжусь этим. Я все еще забываю использовать свой пистолет-щит. Все же так приятно заниматься такой фермой. Я также не заметил большого заикания в этом, так что, возможно, это было немного исправлено. Подождите, вы можете подняться сюда. Это нелегко. Все еще здесь. Знаете что? Давайте поднажмем и победим. Давайте все же возьмем этот баф первый. Эй, ребята, я вас убью. Эй, куда вы направляетесь? Вернитесь сюда. О, почему вы держали меня, чувак? Вы ведете себя так, как сейчас. Ну вот, и мы вас поймали. Мы вас поймали. Дело в том, что нас все еще пятеро. Она остается отпрыском Иисуса. Подождите, что? Я могу просто немедленно пробежать мимо. О, да. Нет, я не в порядке. Они сдаются. О, нет, подождите, что? Миньон будет. Вы говорите мне, что мы только что проиграли. И я даже не заметил, что до пятого был единственный миньон. Просто все время давил. Легенда. Ребята, это не имеет значения. Я все равно собирался закончить игру, но это все. Я просто делаю еще одно. Давайте все же поменяем персонажей. О, чувак, мне действительно понравились парни, рейнджеры в этой игре. Но давайте попробуем Бару, потому что я понятия не имею, что она делает. И она выглядит великолепно. Это просто не тот, кого я выбрал. Это вообще не мяч. Я буду обезьяной. Это Терек. О, это потому, что я не выбираю наугад. О, мне нужно нажать готово. Вот почему. Хорошо, теперь я возвращаюсь к обезьяне. Я совсем не сержусь из-за этого. Давайте посмотрим, что у нас есть на этот раз. Мы вроде как бросаем камни. Оно хочет, чтобы мы поправились. А когда вы атакуете миньона и наносите дополнительный урон, и восстанавливаете 2 здоровья каждые 2 секунды. Мы не в бою. Я думаю, что вы должны быть джунглером. Но так. Мы не занимаемся джунглями. Мы входим вот так. О, мы обезьяны. О, у него есть мяч. О, нет. Это мой мальчик прямо здесь. Так что же у нас есть? О, у нас есть наш камень. Да, однако нам нужно перестать тратить людей впустую. Хорошо, посмотрим. Я могу просто подержать это. Я не знаю, почему я просто не сделаю этого. Итак, IQ — это бросок камня, который должен оглушать. Да, это ошеломляет. Я буду использовать что-то вроде удара об пол, который замедляет. О, подождите. Способности наносят магический урон. Моя правая рука совершает прыжок. Хорошо, значит, они в значительной степени сделали это прямо сейчас. Я в значительной степени избегаю всего. Эй, вы. Ого, это довольно круто. О, меня бьют по вам. Эй, вы там. Возьмите это. Это дерьмо так хорошо. Особенно для игр. Вот почему он так хорош в джанглинге. О, нет, нет, нет. Я. Обезьяна. Я? Что за? Что вы делаете? О, вы никуда не денетесь. О, просто позовите его. Да. Почему им всем так весело играть? Эй, возьмите это. Посмотрите на это. Проясните ситуацию с этим человеком, который похож на Рабана Альта. Так что, я думаю, я буду в своей очереди, верно? Мой большой бросок камня. Это говорит нам о том, что мы должны получить много средств защиты. Иисус. Единственное, что он хочет, чтобы мы получили, это соль для хлыста. Теперь мы собираемся нанести полный урон, использовать живую сталь, скорость атаки и немного энергии. Да. Не можете сказать мне, что этот парень не самый лучший парень. Иисус Христос. Босса безумно трудно убить в самом начале. Может быть, мне следовало пойти в джунгли. Старики всегда умирают для парня из джунглей. Эй, ребята, возьмите это. Он снова мешок. Я умираю. Эй, вы прекратите это. Я иду за вами. Вы заплатите за это. Эй, вы. Кто-нибудь хочет взглянуть на вас? Мы возьмем и этого парня тоже. Обновите это. Помещение. Мы уже начинаем разбираться в этом. Вот оно. Ну вот он и идет. Да, возьмите это. Этот уровень будет таким раздражающим. Что за? Ого! Этот парень — лучший парень. Это лучший день для обезьян во всем мире. Вероятно, мужчины расходятся и уходят в джунгли за чем-нибудь. Я думаю, что я действительно этого хочу. Здесь снова есть какая-то жизнь, так что я могу ходить и заниматься. Очевидно, только потому, что мы играем в карты. Я не знаю, насколько хорошо это будет на самом деле. Я определенно стал бы более энергичным, если бы прямо сейчас участвовал в онлайн-матче с этим парнем. Но я тоже не хочу все время подзывать. Но да, банды этого парня будут раздражать. Ивелин. Сколько стоит Ивелин? Я помню, как немного играл с ней. И она мне очень понравилась. И я чувствую, что они улучшили набор каждого персонажа, так что должно быть интересно посмотреть, на что они похожи. Теперь я возьму это. Пройдите 30 минут на 5. О, это всего лишь штука с регенерацией Кайла. Но у нас снова есть альт. Так что, если что, мы можем просто переключиться и сойти с ума. Давайте попробуем. Вместо этого мы могли бы заняться этим. Да. Святой. Что? О, я толкаю вас туда, вываливаясь из печи. Идиот. У этого парня все самое лучшее. Когда текстовая сделка с землей становится дополнительной, ее окружает максимальная мощность, равная 6. О, это просто большой разрез. Я понимаю. Но как далеко я могу бросить камень? Это истинный вопрос. Могу я просто так? Эй, я все же должен позаботиться о своей собственной полосе первой. Это как бы умирание. Так как же мой мальчик пинается? Могу я просто представить, что мне кто-то звонит? Он такой, что? Игровой потенциал в этой игре просто смехается.
смехотворен. О, вам, ребята, тоже нужно остановиться. Убирайтесь отсюда. Посмотрите на это. Мы знаем, что вы думаете, что это было круто. Посмотрите на это. Это чисто. Я не рекомендую это и другому парню. Этот предмет. Итак, чтобы я мог получить дополнительный урон от наших способностей, нам нужна магическая сила. Мы собираемся сделать это только для того, чтобы сделать один выстрел, создать рок и превзойти Прайм. Кроме того, мой хлыст обладает способностью наносить дополнительный физический урон окружающим людям. Эй, что вы здесь делаете? Вы умираете от желания, не так ли? Давайте попробуем это сделать. Это просто. Это просто небольшое повреждение каждые 15 секунд. Но мы им пользуемся. Эй, подойдите сюда. Спал. Эй, возьмите это. Посмотрите на отмены. Да, на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы использовать свой хлыст всякий раз, когда я могу. В значительной степени похоже, что это так хорошо. Я поднимаюсь. Нет, друг. Я собираюсь бросить в нее камень. Я промахнулся. Я хочу прыгнуть на нее. О, здесь двое. Эй, возьмите это. Это так много. Эй, Кайла, вы хотите подраться, не так ли? О! Черт возьми. Я точно знаю, что танковому чуваку понравился бы этот персонаж. Она вышла. Вот так мы и поступили. Все эти веселые, быстро развивающиеся игры с двумя предметами. Типа, все, что у меня есть, это мой один раз нанесенный дополнительный урон и моя маленькая активная тройка там. И это так приятно. Какого черта вы позволяете мне удвоиться? Все в порядке. Мы заработали много денег. А теперь давайте вернемся. Давайте сделаем это. Итак, мы получаем выпечку маны. Кажется безумным. Понял это. Теперь что еще мы хотели бы? Да, это так много предметов. Мне это нравится. Давайте посмотрим, что у нас есть с точки зрения магической силы. Так, это обновление с самого начала, так что теперь у меня должен быть урон от мобов на моем телефоне, верно? Мы можем использовать предметы в любой момент. Да, это прямо там, просто выполняйте задачи и когда его используют против врагов, таких как боги-герои, это замедляет их, и это круто, как я понимаю. Почему здесь трое? Что происходит? Вы убили моего друга. На этой полосе всегда происходят какие-то махинации. На самом деле я собираюсь подняться сюда. Так здорово. Это действительно так. Возьмите это. Я очень сильно ударился. Почему вы? Возьмите это. Я тоже вижу, как в начале этого так много людей получают по одному выстрелу. В этом так много возможностей для стольких вещей. Йоу! Похоже, у вас может быть оптимизация, доступная и возможная в этой игре, сумасшедшая с системой спринта, с тем, как работает окружающая среда, как вы можете делать пропуски и привет вам. Это долгое оглушение. Я бью намного сильнее, чем был раньше. Осмелюсь ли я сказать, что вы могли бы пойти? Вероятно, в этом заложена полная магическая сила. Это было бы безумно сильно. Что там происходит, когда они уничтожили одну из наших вещей на карте? Ну, мы можем основать раш, если хотите. Хотя на самом деле я не хочу побеждать до того, как мы победим. У вас там есть несколько парней? Подойдите сюда. Там кто-то есть и просто опускается на него вот так. И вы тоже можете прыгнуть на меня. Вы можете сделать это раньше. Я тоже почти уверен. Боже, эта игра такая веселая. Это заставляет меня скучать по вселенной, в которую никто из вас, вероятно, не играл. Но эта игра — моя любимая игра, которую я когда-либо делал. Я клянусь, что мы его задержали в этом деле. О, вы так сильно меня ударили. Кусок. О, он разозлился. Теперь не убегайте. Вот что я хочу сказать. Эй, я огромен. Я собираюсь бросить в вас камень. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Где вы? Вы там. Возьмите это. Я на самом деле не хочу прекращать играть. Я надеюсь, что в нее будет играть достаточное количество людей. Вы, ребята, тоже должны это проверить, если хотите. Мы победили. Ура! Я бы с удовольствием сделал больше, но, к сожалению, мне придется остановить эту запись прямо здесь. Большое вам спасибо, ребята, за просмотр этого эпизода Overprime. Мне это действительно понравилось. И на самом деле я вообще не заметил большого заикания после того, как я немного изменил Fs и вышел на полный экран. Но общая критика игры влияет на качество жизни. Очевидно, что в эфире появляется больше иконок, которые просто делают все более оптимизированным. Это так весело. Так что проверьте это, если хотите, вам понравится. И комментарий к этому видео очень поможет. Также посмотрите трансляцию второго канала моего Твиттера. Все ссылки, конечно, есть в описании. Подпишитесь, если вы здесь новичок. И как всегда, меня зовут Нёрф. И спасибо, что посмотрели.